Сказочное творчество Евгения Шварца трогательно и прекрасно. Но, как я уже говорил, творческая интеллигенция всегда питалась героями своих произведений. Питалась в переносном смысле. Ведь если рукопись ляжет на полку, она, конечно, не сгорит, но жрать будет нечего. И рядом с рукописью можно положить на полку и собственные зубы. А предыдущей книгой Шварца была пьеса «Дракон», которую запретили. А вот Золушка пошла прямо на съемочную площадку. В ней не было никаких жутких драконов. Здесь Золушка – цыпочка и красавица. Король добр и человеколюбив, а принц просто лапочка. И только злая мачеха вьет из всех веревки. Поэтому принц и женился на сиротке Золушке, чтобы у него тещи не было вообще.